человеческая кровь содержит около 90% воды. Это связано с тем, что вода необходима для переноса кислорода и питательных веществ по всему телу. Человеческий мозг содержит больше информации, чем вся библиотека Ватикана. Это связано с тем, что мозг хранит информацию в виде связи между нейронами, а не в виде отдельных файлов. Человеческий мозг употребляет более 20% энергии, потребляемой всем телом. Это связано с тем, что мозг является очень сложным органом, который требует много энергии для работы.